Что касается российского футбола, я, как и все болельщики, надеюсь на то, что мы действительно покажем хорошую игру. И, может быть, дойдем до финала, и что греха таить, займем, наконец, первое место. Хотя это, конечно, труднодостижимо. Я уверен, что то, что сейчас происходит в российском футболе, действительно способно в будущем привести наш российский футбол на большие высоты.